Полный зал собрался в Доме культуры «Дружба». На сцене известная певица, исполнительница народных песен, заслуженная и народная артистка России Екатерина Шаврина. Зрители подпевают, пританцовывают, сидя в креслах, и наслаждаются любимыми песнями. Екатерина Шаврина – единственная советская исполнительница, кому довелось дважды выступить сольными концертами в зале заседаний Организации Объединенных Наций. Ее песни знает и любит вся Россия. На одной сцене с Екатериной Шавриной выступали лучшие музыканты Московской государственной эстрады. Искрометный юмор и харизма легендарной певицы очаровали уссурийского зрителя. Звезда даже занялась сватовством, предложила своих музыкантов в качестве женихов уссурийским барышням. Девочки, это хохол, но очень хороший, работящий, добрый. Именитые артисты посещают города и села Приморского края по программе «Деятели искусства жителям Приморья». Завершит проект концерт группы «Цветы». Тамара Илюхина, Антон Войцеховский. Телемикс.